слушаете Радио Болтком. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Продолжаем работу в прямом эфире. Сейчас у нас на прямую связь выходит посредством скайпа эксперт по вопросам безопасности и внешней политики Раймонд Рублевский. Добрый день. Добрый день. Да, ну начну, наверное, попрошу вашего комментария о такой срочной новости, которая сейчас активно распространяется по информационным агентствам и, естественно, социальным сетям. Это заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Россия готова к разрыву отношений с Европейским Союзом из-за новых санкций, сказал министр иностранных дел России. В случае, если еще раз увидим, что в каких-то областях накладываются санкции, создающие риски для нашей экономики, в том числе в самых чувствительных сферах. Мы не хотим изолироваться от мировой жизни, но надо быть готовым к этому. Хочешь мира, готовься к войне, сказал Сергей Лавров. Вот насколько вообще это возможно, и если так вот можно представить дальнейшее развитие событий, как бы это могло выглядеть, вот не знаю, разрыв отношений России с Европейским Союзом? Я думаю, это очень такое жесткое заявление, но оно закономерное, потому что если мы берем во внимание всю историю российско-европейских отношений, начиная уже с 2008 года, тогда это, в принципе, всегда шло уже как бы вниз. И события на Украине, в Сирии, кризис мигрантов в 2015 году, санкционные вопросы. Ну, то есть мы можем найти очень много разных примеров, как эти отношения год за годом становились все хуже и хуже. И, конечно, последняя ситуация с Навальным и эти демонстрации, которые были в Москве и в России, то есть, конечно, они дали повод Евросоюзу опять заговорить о новых санкциях. Но, конечно, вопрос о санкциях, он рано или поздно должен был закончиться таким заявлением или чем-то другим. Ну, понятно, что Российская Федерация ни в коем случае не намерена идти на уступки Евросоюзу по вопросам своего внутреннего суверенитета. И, исходя из этого, ну, в этой ситуации, наверное, такое заявление, оно как бы дает понять, что в случае наложения новых санкций на Россию, будь то персональные санкции, будь то какие-то, скажем так, экономические санкции, то есть последует вот такой жесткий ответ на эти меры. Во-первых, это, наверное, будет свертывание всех дипломатических каналов. Во-вторых, это будет, наверное, свертывание уже тех экономических каналов, которые, как бы, ну, без которых можно обойтись. Ну и в-третьих, я думаю, большая геополитическая ситуация состоит в том, что если это будет принято, во-первых, это уже вспять повернуть будет очень сложно, потому что такое стратегическое решение, оно, конечно, будет, оно предопределит ситуацию на несколько лет, а может и десятилетий вперед. А во-вторых, скорее всего, это означает, что Российская Федерация и Китай будут еще более тесно сотрудничать по всем вопросам. Вот в продолжение того, что вы сказали, мы видим, какую реакцию вызвала, по крайней мере, у определенных сил в Европарламенте вот эта реакция, вернее, этот визит в Москву Жозепа Борреля, это верховного комиссара Европейского Союза, ну, по внешней политике, и его обвинили в том, чуть ли не потребовали его отставки, его обвинили в том, зачем он вообще ехал в Москву, не надо было вообще ехать. И в связи с этим возникает такой вопрос. Вот сейчас, даже не вдаваясь в подробности самого визита господина Борреля, возникает вопрос, если Европейский Союз вообще против диалога с третьими странами, ну, в частности, с Россией, с таким крупным партнером Европейского Союза и соседом Европейского Союза, тогда возникает вопрос, зачем вообще эта должность нужна? Ну, тогда пускай собирается министр иностранных дел ЕС, как они это делают, принимают новые санкции, не нужен тогда диалог Европейского Союза с третьими странами? Я начнем с того, что все эти призывы все-таки озвучивали меньшинство парламентариев Евросоюза. Как правило, они делают много шума, то есть они делают много заявлений. В итоге ничего, да? Ну и, конечно, их показывают. Но, насколько я понимаю, там, наверное, это ситуация, где-то 80 человек из Европарламента были за то, чтобы, ну, Боррель должен как-то ответить за эту ситуацию. Большинство все-таки нет. Это во-первых. Во-вторых, ну, я думаю, что визит, это, конечно, интересно, какие цели были у этого визита. Если эта цель была
скажем так, принять капитуляцию Российской Федерации, встретиться с Навальным, рассказать, как Российская Федерация должна действовать в области прав человека, то это, конечно, было обречено изначально на провал. То есть, если это было просто поговорить ни о чем, но это то, что мы увидели. Значит, министр Лавров четко определил все эти грани и все эти вопросы, которые могут быть и могут обсуждаться. Ну и для каких-то членов Европарламента, ну, наверное, это казалось провалом, что, скажем, вот визит закончился именно так. Но беря во внимание, что 22 февраля министр иностранных дел собирается, чтобы обсудить санкционный вопрос, ну, я думаю, что министр Лавров очень четко высказал позицию, что случится, если какие-то санкции будут приняты. И, скорее всего, но я думаю, что все плюсы и минусы от этой политики учтены в России. И я сейчас не могу, скажем, судить, надо было ли Боррелю ехать или нет. Скорее всего, это был жест, скажем, доброй воли. Такая должность определяет, что этот человек должен как бы вести диалог с всеми большими соседями. Опять же, получается так, что в пресс-конференции в Москве он говорил одно, потом в Брюсселе он говорил что-то другое. Но он тоже, конечно, расставляет впечатление уже такого уставшего человека, возрастного, которому, наверное, сложно сейчас реагировать на вот эти такие большие изменения, которые происходят в коротком промежутке времени. Да, вот вы уже сказали о том, что вот усиление санкционного режима, ну, повлечет за собой сближение, еще большее сближение России и Китая. Но есть еще один аспект, перед тем, как мы, может быть, коснемся и отношений с Китаем, с учетом вот телефонного разговора Джо Байдена с Си Цзиньпинем. Вот все-таки, что касается Европейского Союза, ведь получается так, что если заморозка будет полная взаимоотношений Москвы и Брюсселя, то тогда получается так, что Европейский Союз в какой-то степени устраняет себя со стола переговоров по тем или иным региональным конфликтам, где Европейский Союз в той или иной степени участвовал. И, ну, будем откровенны, что Европейский Союз уже довольно давно себя самоустранил от разных решений разных вопросов. То есть, если мы даже смотрим конфликт, армяно-азербайджанский конфликт на Горном Карабахе, в сентябре-октябре прошлого года, то Евросоюз никак не участвовал, ну, кроме выражения сожаления по этому поводу. Поэтому, конечно, вырисовывается ситуация, когда Китай, США и Российская Федерация будут решать все вопросы, которые касаются их, ну, наверняка минуя Европейский Союз. Это очевидно. Потому что я не припоминаю такого жесткого заявления со стороны никого до этого, что, в принципе, страна готова разорвать отношения с Евросоюзом. Я такого не припоминаю, думаю, никто не припоминает. Поэтому, конечно, во-первых, скорее всего, будет вырисовываться вектор Россия-Китай по той простой причине, что эти две страны не будут себя, скажем так, утруждать вопросами прав человека и разных там диссидентов, что в одной стране, что в другой стране. То есть это сотрудничество будет носить сугубо прагматичный характер на полях экономики, политики, военного сотрудничества. А то, что касается Джо Байдена, то своим первым указом, я думаю, что он внес огромное смятение в Соединенных Штатах, чего стоит только, скажем, приостановка нефтяной трубы с Канады в Техас, то есть, которая бьет по экономике США очень сильно и Канады. Так что я думаю, что все впереди. Ведь Джо Байдена, я думаю, очень мало времени, чтобы показать себя эффективным лидером, беря внимание его возраст и то, что он уже успел подписать, плюс очень непростая ситуация в США. Но исходя из этого, кажется, что Евросоюз, конечно, проигрывает в этой геополитической борьбе, то есть он уже не будет входить вот в эту лигу, высшую лигу стран, которые будут уже решать глобальные вопросы. Но все-таки кажется, что Nord Stream 2 будет закончен, и поэтому, то есть, есть, конечно, предпосылки закончить какие-то проекты. Может, я ошибаюсь, может, он не будет закончен, беря внимание то, что может случиться сейчас, в феврале. Но Россия после этого заявления, и если эти санкции будут продолжаться, то, конечно, Россия должна будет следовать тому вектору, который обозначил министр Лавров. То есть отказаться от своих слов они тоже на данный момент уже не могут.
Что касается взаимоотношений США и Китая, вот, ну, наверное, в отношении Китая даже Соединенным Штатам будет еще сложнее задействовать какие-то такие эффективные санкции, чем в отношении России, учитывая вообще сейчас возможности Китая и валютные, и технологические. Безусловно. Плюс надо брать во внимание, что предвыборной гонке Байден был, Байден называли не более не менее как китайским ставленником. То есть мы должны помнить, что один из слоганов трамповской кампании был, что выбирая Байдена, выбираете коммунистическую партию Китая, не более не менее. Поэтому я думаю, что Байдену будет очень сложно как бы действовать так, чтобы, во-первых, вы не заподозрили, что он действительно лоббирует какие-то китайские интересы. А во-вторых, в этой ситуации, как я уже говорил, когда у него очень много домашних проблем и проблемы в Европе еще, ему будет очень сложно вступить в какую-то жесткую конфронтацию с Китаем. А тем более, я думаю, что американцам будет очень трудно вступить в жесткую конфронтацию сразу с Китаем, с Российской Федерацией. И рискую тем, что, как я и говорил, что эти две страны, они могут наладить еще более тесные контакты между собой во всех сферах. И это может привести уже к таким очень тесным отношениям, особо в военной сфере, между Китаем и Россией. И плюс еще то, что сейчас делается в Белоруссии, которая, скорее всего, тоже выберет уже не многовекторность, а уже вектор в сторону Российской Федерации во всех отношениях. Так что ну, мы сейчас наблюдаем за такой консолидацией сил на, вот, на востоке, да. Сил в евразийском континенте. Может быть, такой последний вопрос, я знаю, что вам нужно дальше убегать на следующую встречу. Что касается вот таких латвийских дел внутренних, поскольку у вас есть опыт работы и в службах безопасности, решение вчерашнего правительства об отмене комендантского часа, многие уже изначально весьма скептически к этой процедуре относились, но, может быть, она имела смысл еще накануне Рождества и Нового года, чтобы действительно чуть-чуть ограничить эти бесконечные встречи ночные с друзьями и родственниками. Но сейчас при температуре минус 20, кого там ловила полиция, не знаю, подвыпивших граждан и пьяных велосипедистов, судя по статистике. Может быть, я не прав, может быть, вы как раз сторонник продолжения вот таких жестких мер. Вот ваше мнение. Да нет, я не сторонник таких жестких мер, не потому что я не сторонник жестких мер, а потому что каждая мера, она должна все-таки быть прагматичной, то есть они просто... Иметь какую-то цель и смысл, да? Ну, абсолютно, потому что я думаю, что эта отмена комендантского часа свидетельствует не потому, что кто-то в правительстве не хотел бы продолжать этот комендантский час. Это показывает лишь то, что ресурс полиции исчерпан, что полиция больше... даже с помощью, скажем, Земессардзе уже не может эффективно все эти меры контролировать. Во-вторых, ситуация, скажем, с комендантским часом, ну, она, в принципе, такой результат, который ожидался, не дала, потому что буквально сегодня я читаю то, что говорит Павлюц, что оказывается, что ситуация серьезная, что все предыдущие меры не давали результат. Ну, вопрос отсюда один. Народ устал. Потому что первый раз, когда был этот режим, чрезвычайно... Еще весной. Год. Да. Скоро уже будет год, когда этот режим. Ну, понятно, что есть точка разлома, когда люди просто устали, и люди больше не хотят никаких ограничений, не готовы рисковать. Поэтому я думаю, что ситуация очень сложная как раз для тех людей, которые сейчас на данный момент несут политическую ответственность за это. Понятно, что комендантский час не работал. Да, я соглашусь с тобой, что это было, может, эффективно на Рождество и Новый год, когда можно было как-то контролировать ситуацию. Но сейчас это, как ты говоришь, минус 20 ночью. Ну, наверное, все закрыто. Да, ну для кого, да? Да, ну и в-третьих, понимаешь, в полиции служит определенная часть людей. Никто их не освобождает от их ежедневных задач, обязанностей и службы. И в-третьих, работа полиции, то есть в ночное время или в каких-то таких условиях, она требует очень внушительную финансовую помощь. И, конечно, я думаю, что все эти три момента, то есть, во-первых, общество, которое негативно относится к этому, во-вторых, что люди полицейским тоже указывают, что они должны заниматься своими прямыми обязанностями. В-третьих, я думаю, усталость личного состава полиции. И в-четвертых, большие финансовые
траты, чтобы оплачивать работу полицейских в ночное время и вот во всех. То есть все эти четыре момента, наверное, показали, что, во-первых, эффективность этой меры крайне низка, а затраты на эту меру крайне высокие и в плане финансовом, и в плане личного состава. Раймонд Рубловский у нас был на прямой связи. Спасибо большое за исчерпывающий комментарий. Сейчас прервемся ненадолго, а потом выйдем на связь с другими экспертами. Не переключайтесь. До свидания. Радио Балткома.